появляется аппетит, но все равно надувший. Что неделю уже голодный ходит. Вчера воду пил, сегодня вот начал кушать. Утки дикие у нас здесь плавают. Селезень прилетела и уточка. Да, так близко еще не подходили. Не прилетали утки к нам. Давай, давай, кушай, кушай. Все должно пройти. Не хочется терять такую крупную птицу. А он еще молодой. Ему только 9 месяцев. Давай, давай, пей, пей воду. Вода – это жизнь. Давай, молодец. Мы с тобой будем жить. Лежабоки, лежите, Мэри и Лялька рядом с ней. Яша запасся, хомячит, пережевывает пищу. Ну, сейчас, как обычно говорят, роса обойдется. Пойдете на луг дальше хомячить. Всем доброго здравия, с вами Тихий Уголок в нашей деревне. Что нового вам рассказать? Стежка сидит 5-ю неделю на гнезде. В данный момент она обогревает чужие яйца. Это не ее. У нее все сроки уже почти вышли. Да уже вышли. В данный момент погода очень холодная стоит, и те гусенята, которые вывелись у нее, а вывод был очень тяжелый, просто тяжелый вывод. Он длился почти неделю. Мы сейчас не можем их к ней подпустить. Так что пока она сидит, а гусенят у нас находится дома в брудере, греются, кушают и растут. Ну, думаю, на днях потеплеет, и тогда мы ее сбросим за гнезда и подпустим гусенят. Кушаешь, да? Что у нас здесь? Подросшем брудере у нас находится цыплята, тикают, просятся на улицу, да? Ну, давайте, как вчера, да? Вы вышли, а потом вы в угол забились и сидели грелись. Ну, холодно на улице, ничего не поделаешь-то. Давайте, выходите. Давайте, вылетайте. Летчики. Счастливые, довольные. Крылья свои расправляют. Остатки картошки
пусть куры съедают. Ну, а у нас здесь следующая порция варится. Ой, замечательно. Все в дело уходит, и очистки, все до единого. Сейчас мы измельчим. Ну, что вы забились в уголочек? Холодно, да? Я и говорю вам, что холодно. И там сжались. Ага. Не, одни некоторые летают. Давайте. Вот, у нас тут гуля с вами кормится. Я ж тебя покормил уже. Скучаешь, да? Нет, голубки, да? Скучает. Давайте, заходите, гулёны. И побыстрее давайте, заходите. Большие цыплята у нас бегают в саду. Круги нарезают. Ага. И даже уже просится в газонокосилку. Мы набросили колеса на нее, и сейчас мы передвинем ее порядка на 4 метра. Даже. Очень легко, обратите внимание. Просто беру я и спокойно толкаю. Видите, чуть-чуть передвигается. Вот так. Вот так передвинем. Сравним. Там место зеленая трава. И здесь. Видите, как выщипали? Просто выщипывают очень хорошо. Снимаем колеса, опускаем и дальше осматриваем. Проверим мы наличие зерна. О, почти его там нет. И сейчас мы это все добавим. Сейчас мы это все добавим. Кушать, конечно, хорошо. Потому что на свежем воздухе. Плюс еще прохладно. А когда прохладно, то в два раза больше корма увеличивается. Что такое? Собрались все здесь почти в сборе? А они еще бегают. Но я думаю, по команде прибежите все сюда, да? А все, наполнили. Полный почти. Закрываем. Это специально от дождя. Чтобы влага туда внутрь не попала. Здесь они все тоже собрались. Так, давайте. Еще я вам сейчас свеклы положу. Вот. Кстати, тыква осталась еще с прошлого года. Как долго хранится, да? Очень долго хранится. Ну что, все, собрались или еще нет? Так, давайте, выходите, я открою дверь сейчас. Калиточку. Все, давайте. Бегает вокруг газонокосилки. Все, давайте, бежите, бежите сюда. Бежите, бежите все. Все хором заходим. Заходим, 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 давайте. Смелей, смелей, смелей. Кто мимо проскочил, вернуться обратно. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Давайте, спринт на второй круг. Биатлонисты. Все, закончились все штрафные круги. Вперед! Заходим. Заходим. Все в сборе. Доброе утро вам. Доброе утро. Христос, сынок. Воскрес. Воистину воскрес. Здоровья тебе. Долгих лет жизни. Радуй нас. И не только нас. И зрителей канала. Ой,
Ой, смотри, Валя, какую грушу я тебе принес. Спасибо, сынок. Да что ты, должен с нашего сада. Еще почки не распустились, не цвело. Какого сада? А груши уже висят уже. С нашего? Да. Гипермаркета Европа. Ну, сынок, спасибо большое. Ну, нынче съела я там яичко съела. Разговелась. Пашечка, ну я ж таблетки пью-то. Угу. Вот я же, мне ж надо есть таблетки пить. Вот. И что еще? Сало там первое, что то-то не поняла. Потом, да это сало, а ты дробночка попорезал его. Ну, раза два там укусила. Вот. Теперь что я? Сырку, сыр, правда, хороший. Две скибочки сырку съела. Колбаски, скибочку съела. Скибочку пасочки. Ну, пасочка рассыпается. Вот она не лямкая. Ну, хорошая. Ну, неплохая. Подошла да. Она хорошо. Вкусная пасочка. Ну, я, Таня, сам же теперь... Что-нибудь бало туда? Конечно, масло. И яичко, и молоко, все там. Да, все натуральное. Неплохая, хорошая пасочка. И что у меня Галя говорила? Ой, Таня выделала, они, говорит, уже беные были. И что Галя говорила? Ну вот они такие уроки, так рассыпаются. Хорошие. Ну, ничего. Дождали мы пасочку, понятно? А нынче даже и думаю, кто ж там у гармошку играет? Это Анастасия. 94-й год. Показывали. Заволокина. Как? Заволокина. Заволокина, да. 94-й год снимали, и вот пока. С праздничком поздравляю. Христос воскресе. Желаю всем я огромное здоровье, счастье, благополучие. Всего-всего для праздничка, чтоб нам вот встретили, чтоб нам еще встречать. Приходил, чтобы мы были живы, здоровы, не болели. Всего-всего желаю. Праздников. Стадные животные готовы, да, бежать? Готовы бежать уже на луг? Ну, пойдемте открывать калитку. Все, калитка открыта. Белеш, ты первый, что ли? Давай, с мамой ты первый. Пошел, пошел. Няшечка облезлая у нас. Вот они. Дымка. Яша. Бутуз. Кубышская порода остается здесь. Остается здесь, боцман. За старшего. Идете или нет? Не хотите идти? Беляш у нас прыгает. Да, для вас надо делать тамбу. Бобры позапрудили, вода пришла, а это не дело. Дейл последний. Ушли бараны косить траву на лугу. Мы можем спокойно отдыхать. У вас здесь тоже есть зеленая трава.
Что-то кушаете, да? Подсыпал им чуть-чуть зерна. Откармливаем, чтоб молодняк кормили. Мама вас поздравила со светлым пасхальным воскресеньем. Всем Христос воскрес. Всем здоровья, любви, счастья, благополучия. Всем-всем спасибо большое за посещение нашего канала, за просмотр нашего ролика. И всем пока-пока. До новых встреч на нашем канале.